ночную работу снегоуборочной техники проинспектировал Ильсур Медшин. Всего на уборке улиц во время снегопада работали 932 машины. Мэр города попросил автолюбителей не мешать снегоуборщикам и убирать свои автомобили. В Татарстане после непогоды открылись все трассы. Сегодня на маршруты вышли 132 автобуса. Напомним, накануне приостановлено было движение междугородних автобусов и отменены несколько авиарейсов. Рецептурные препараты могут подорожать на 16%, если безрецептурные разрешат продавать в супермаркетах. Повышением цен хотят компенсировать потери в случае принятия законопроекта Минпромторга.